где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это юг. Юго-запад. Хорошо. Смотри, эти шесты покрывают магия ведьмы. Это сбережет нам время. Интересно. Что-нибудь сделай. Впереди враг. Волки! Можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно.
Как думаешь, кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Работает! Не соврала! Идем, закончим дело. Дорога завалена. Перелезем. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да. Они вроде как просто ушли. Неизвестно почему. Может, вернулись домой. В Йотунхейм? Может. То лицо на горе — это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Это что, олень? Не помню историю о великане с головой оленя. Кто он? Пройти нельзя, но есть чаша с песком. Что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Руны. Это ответ на загадку из чаши? Они значат свобода. Попробуем.
Что в загадке? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. А что бывает не вросший корень? В общем, наверное, свобода. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Просто! Так лучше, да? Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для меня. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны просто раз, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой. Но он такой один. Yeah.
Ого, сколько мертвецов. Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Статуя, мы перебрались. Сын. Этот язык я уже видел. Прочесть можешь? Ладно. О, это Дуратрор, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Ого, высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов?
Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Эй, как думаешь, кто зажёг тут факел? Мёртвым свет не нужен. Смотри в оба. Хватит. Ну я же просто... Ладно. Ого! Что это такое? Где мы? Мы в шахте. Если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Эта штука не поедет. Как же твой крюк работает? Крепко заперто. Что это значит? Слушаюсь. Странно. Что там? Кто-то написал только для великанов, а другой приписал еще для гномов. Давай мы допишем. Нет. Механизмы тут похожи на гномы, но камень явно клали йотами. Наверное, великаны не просто добывали эту руду. Они жили здесь. У того фонера механизм с шестернями и веревкой. Зачем это нужно? Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... О, нет. Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Но может мы найдем путь наверх вон там? Ну, когда уберем все это. Просто!
все огромное. Ясное дело, это же гора. Жаль, мамы здесь нет. Вот еще одну. Она тяжелая. Да, могу. Жаль, мамы здесь нет.
пришла. Вагонетка все еще... Я вижу. Вперед! Что они слабые. Странно, да? Ненужный хлам. Что мы тут делаем? Смотри, еще фонарь! Сломан. Брось его.
Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Заблудились? Нет. Получается. Ты почти достал. Тяжело будет. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх.
Назад три.